Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в шмялочку на сером 1 холиплей, первый сер. Мы здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить манипрестрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите Кирилл Гейм, капсом вместе. И при достижении 5 уровня получите 50 тысяч, при достижении 10 уровня получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Промокод можно вводить на любом сером 1 холиплей. Итак, как вы знаете, на Амазинге вышло сегодня обновление. 27 числа вышло обновление на всех серверах Амазинг РП. И сегодня я вам все покажу. Покажу все, что смогу, что не смогу показать, просто прочитаю. Ну что ж, погнали. Итак, первое, что добавили, это команда бомж. Для попрошайничества денег у популярных местах у церкви теперь доступна до 15 уровня. Упростили жизнь новичкам, теперь их нельзя связать, надеть наручники, дать розыск и так далее. Драться теперь рыжики тоже не могут, только с 4 уровня. При регистрации теперь игрок появляется в ПГТ Батырева, а не в Арзамасе, как раньше. Изменена система сожителей. Теперь в доме можно прописать только двух игроков. Они могут появляться в этом доме, пользоваться аптечкой и спавнить свое личное транспортное средство прямо у дома. Еще сожитель может сам выселиться из дома. Команда Х-меню. Квартиры теперь можно оплачивать на 90 дней, сразу на 3 месяца. Полностью переделана система аренды транспортных средств. Сходить в туалет теперь можно через команду Alt, а через команду PIS. Лидер фракции получил доступ к управлению транспортом L-меню своей организации, а именно можно назначать, какой транспорт какому рангу доступен, а какой запрещен, максимум ранг 9. Машинист поездов теперь должен останавливаться на станциях, а не просто проезжать мимо них на полной скорости. В багажник можно еще положить и канистру, а именно 3 штуки, купить их можно на заправке. Продать транспорт государства теперь нельзя, но можно сдать его на металлом у шахты на свалках. Они есть GPS. Цена продажи транспорта зависит теперь и от целостности. Чем больше целостность, тем больше денег вы получите от продажи машины в утиль. Как по мне, это полная хуйня, потому что слить просто машину в босс было намного проще, чем сейчас ее просто продавать в утиль. На самом деле это полный бред и больше геморроя. Новая система донора, сдача крови в центральной больнице ЦБ. Игрок плюс 3 уровня каждый день может сдавать кровь в центральной больнице. Для сдачи крови нужен врач, который за каждого пациента получает по 1000 рублей, а донор получает по 2500 рублей. Имеется система скилла, как в банке спермы. Чем больше скилл, тем больше оплата. Кин донора можно посмотреть через команду G-Skill. Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо ударстах. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Теперь богатые игроки, а также игроки от 10 уровня выше при получении наказания за что-либо автоматически будут платить штраф. Ну как по мне, это полный бред. Зачем вводить штрафы, как бы? Это реально полнейший бред. Деньги еще забирать. И так, блять, мало денег, что ли? Я не понимаю. И так как, блять, экономика хуевая, еще хуже, блять, ее делают. И так людей денег нету, блять. Работают на дальнобойщиках, хуярят сутками. Они еще, блять, штрафы писали, блять. Бизнесы теперь отображаются в GPS по категориям, а не все вместе. Вы можете посмотреть отдельным списком, например, только компьютерные клубы, только бани или только спортзалы. Кстати, вот, пацаны, мой спортзал на первом месте, поэтому обязательно заезжайте, тех жду. И последнее, что бы я хотел вам показать, это новая игра в казино, называется она Crusher. Давайте попробуем. Я не знаю, как здесь играть, начать, блин, давайте как играть, выйти, давайте посмотрим, как играть. Ладно, хуй с ним не будет, там ставки нет, давайте как-то ставку поставить, либо что, я хуй пойми просто. Так, здесь мы убираем, короче, коэффициент, давайте напишем, что там написало. Игра крашнулась на коэффициенте 5.30, без вас, вы не установили, ну ладно, похуй, короче. Давайте еще раз попробуем, что, ставка 10 тысяч, у вас недостаточно коэффициента, установить. Желательный коэффициент. Ну такое. Непонятно для меня игра, читать мне влом, короче. Поэтому такое себе. Непонятная игра. Кому интересно, короче, вот здесь почитайте, что вам нужно, и поиграйте.
Короче, какие выводы? Толком нихуя нормального не добавили, как всегда. Обратно лагает сильно, как раньше. Как только обнову заливать какую-то, начинает снова лагать. Толком реально ничего годного не добавили. Добавляют иногда что-то годное, но это очень редко происходит. Не знаю, мне в этом обнулении, в принципе, ничего не понравилось, кроме там подселения игрока к себе и GPS, то, что бизнес теперь по порядку идут. Все, на этом я заканчиваю, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.